сюда, ребята. Ребят, нельзя так. Давай, пошли. Корову скоро замените. Идите туда. Иначе я вас сейчас удалю из зала совсем. Тогда прихватит. И тогда вы будете не в этом тулупе позорном стоять, а будете уважаемым человеком. Товарищ! Совесть России хороним, товарищи. Совесть! Да. Thank you.
мы себя увидим? Во времени? В Лондоне. В Лондоне? Нет, по советскому телевидению.
Под нами не надо, чтобы они были, слышишь? Во-первых, мы не успеем войти туда, но и так достаточно впечатляет уже. Успеем и не вписнемся. Подожди, подожди. Подожди, укрупни максимально. Не основывай. Укрупни. Подожди, да стой спокойно, что? Не толкайте, не беги отсюда. Крупно больше нет, да? Вот так надо с этим поехать. Воркутинский рабочий комитет. Просьба подойти к трибуне. Только назад, товарищи. Ни в коем случае нельзя сюда. Здесь очень много людей скопилось. И дайте проехать автобусу. Уходи.
Валентин Копоцев, Воркутинский рабочий комитет. Просьба подойти к трибуне. Саша. Предстоящей смерти вопреки, он, сгорбленный, с лицом белее листовки, над гулом съезда скинул кулаки. Не мстительность гением теплей, мы слишком слиплись с низким и нечистым, и сложности решая грубо. Лишь бы сердца, как тяжестью любовь, не уставали, не забастовали. Мы выполним твою волю. Слово предоставляется Виктории Атоновне Чаликовой, московская трибуна. Московская трибуна? Детище Андрея Дмитриевича Сахарова вливает сегодня свое горе в океан народной скорби. Сахаров, гениальный физик, как нам объясняют ученые, в чем мы сами-то, простые люди, ничего не понимаем, был величайшим гением неведения и не... важнейших вопросов, которыми живет общество. Он не счел нужным обсудить вопрос. In Italia Sakharov era ben conosciuto e molto amato, non solo tra le persone più esperte e informate, ma anche tra la gente più umile. Андрей Дмитриевич для нас икона, для нас анастяк, он для нас стяг, его светлый образ на стяге нашего демократического движения. Та волна свободы, которая сейчас идет от наших братьев славян, она перехлестывает остатки железного занавеса. Общество «Мемориал» с лета этого года собрало 60 тысяч подписей под обращением с требованием отменить статью 6 Конституции СССР. Эти подписи были переданы на съезд народных депутатов. От жизнь Андрея Дмитриевича обсуждать я прошу поднять руки. Спасибо. Таким образом, я обращаюсь к народным депутатам России. На Стрельковском кладбище, куда каждый из вас будет иметь свою тропинку. А сейчас, чтобы кладбище не разрушить, со мной поедут только семья и близкие. Спасибо. Гениальных единиц народа сидят на площади. Есть среди нас и те, кто давно идет за ним. Есть и те, кто только пытается понять, он был как личность, как гражданин нашей страны, где может удержать мир. И также активно и самоотверженно он боролся. Великий гражданин России Андрей Сахаров, да пребудут твои мысли и дела в делах и мыслях твоих современников и грядущих поколений. Определенным характером. И человек поразительный.
И когда я впервые увидел, я был потрясен. Это воплощенный был Дон Кихот в моих глазах. Но... Стань стеной, народ, за свободу и справедливость. Был наивен борец, как ветер был. Мысли, как ветер, не взят в дела. Не гудят по тревожной руки. Уцелевшие этого. И вот мы страна перед трудным периодом жизни. Но очень нужным, потому что начинается предвыборный период в нашей стране. Так не пожалуйста, не ошибитесь своих депутатов, которых вы выберете. Для нас, членов Верховного Совета, для нас, народных депутатов, те люди, которых вы выберете, будут нашими сверху позавчера. Трибуну, которую Андрей Дмитриевич так неуклонно шел. Не дают слова, он идет. Не дают слова. Просто другие боссы. Еретик, ты один на распутье. Хоть нас за что-нибудь уцепить, но хотя бы за эти прутья, чем бичует тебя набить. Но самый наш позор, наша общая вина, что даже те из нас, когда уже понимали, что этот человек во всем прав, что это действительно пророк, не поддержали его так, как надо, не поддерживали его. И когда пришли более безопасные времена, мы все кинулись... Куда? Попробуй. Вот здесь, надо с той стороны, у тебя с этой стороны. Народ разведут. Ты снимаешь?
Уйди! Стой, стой, стой здесь! Я разгонять буду. Не поднимайся, здесь, здесь, здесь. Ты не хочешь?
перенесли. Я почитал, конечно. Пошли.
Далее. Почему? А не зачем.
Thank you.
будет, они отступили, да? А вот были бы самые лестницы оператора, вы знаете? А если можно было бы за рубру, а вот у оператора были бы. Нет, здесь, конечно, ну, там какая-то штука. Нет, ложите так. Да можно вот так вот. Вот так, портрет, вот так, да, вот так. Ложи сюда, сюда. Портрет его, да. А как вы отличаете? Ну вот люди говорят, вот здесь в институте уже портрет есть. А как вы еще институт? You're staying here a little bit. Поставили, сейчас делаем.
Подержите портрет, давайте я подержу. Осторожнее. Товарищи, держите, а то может поскользнуть. Давайте. Остановитесь сюда. Смелее. Вот так. Давай у нас. Конечно,
по 3, по 5. 3, 5. Ну, надо, ну, что сейчас, если даже не надо, что мы... Когда ходишь в кровь? Я не знаю, сейчас я... Перспектива уже... То есть мы все время как тут все-таки разобраться, как совместить с семьей. Нормально, да? Ну, вот стоят. Вот эти нет, товарищи. Ну, вы мешаете, просто... Вы мешаете. Годами стоят в иностранных землях.
здесь они опять же thank you.
Thank you.
Thank you.
Отойдите, пожалуйста, назад. Вы сегодня семью заслоняете. Отойдите, пожалуйста, вон туда и вон там снимайте. Отойдите. Товарищи, пройдите, пожалуйста. Thank you.
Товарищи,
Сейчас будем организовывать, пускать очередь. Не мешайте, пожалуйста. Пожалуйста, не снимайте, пожалуйста. Просили, не снимайте.
здравствуйте. Молодой человек, ну что вы так в самом деле? Проходите, пожалуйста, не останавливайтесь. Инстинктивное чувство. Знаете, как будто в храме, правильно? Да? Это инстинктивное чувство, что народ остается беззащитным. На самом деле, почему такая брешь, которая воспользовалась? Вы думаете, что отчасти, во-первых, с чувством утери, утраты, невосполнимой утраты. Причем ведь большинство людей, они не выбирают. Честь я имел видеть, что когда у него что-нибудь спрашивали, он всегда называл конкретные фамилии других людей, которым надо помочь. Их, ну как сказать, брал на себя тяготы людские и делал это до конца, до последнего часа своей жизни. Он хотел идти утром, хотя ему было тяжело.
на съезд и там продолжать внушать здравость и путь, который он считал, который привел к этому духовному обновлению нации, где он жил всю жизнь, где его отец был математик прекрасный, и дети учились в учебнике. Как вы считаете, что все-таки Андрей Дмитриевич удалось для нас всех сделать? А вы видите, зачем? Вот посмотрите на людей, на лица, посмотрите на надписи, какие идут от сердец. Это же все сделано не людьми, любящими его. Вы же видите, что это не официальный. Сюда, сюда, встаньте, не мешайте. В сторону, отойдите.
Вообще, да, я же голос.
точно, что там будет происходить, это надо... Thank you.
I can't see Trevor Nance in here, can you? Как вы пустили туда? Кристина. Англичане пришли. Ну сказали же не пускать. Ну что, как вот англичане пришли, а я снимаю фильм, говорю, что я не могу пройти, да? Вот идет машина. Выпустили англичан. Я вас снимаю сейчас, чтобы вы меня отвечали.
Да, они же вышли, поэтому они приехали. Да, будет просто его. Поехали!
солдатики слегка сменили. Товарищи, не выходите на проезжую часть. Товарищи на тротуаре, сдайте немножко назад. Ведь видите, люди по снегу лезут, вы все-таки стоите. Товарищи, отойдите, пожалуйста, назад. Валера, взялись за руки вот здесь. Саша, Саша, Зябрев. Товарищи, не выходите на проезжую. Товарищи, не выходите на проезжую часть. Пристраиваться можно только в конец колонны. Соблюдайте порядок. На проезжую часть. Пристраиваться можно только в конец колонны. Прошу вас соблюдать порядок. Одна. А, машина. Там кого искали, но все. Да? Во сколько они там? Что там стоит? Пришел по снегу. Да, я буду позвонить. Борь, с той стороны спускаться. Что там под ногами у меня? Осторожно, не толкай. Я не толкаю никого, я здесь один. Не надо под нами, не надо, чтобы они были, слышишь? Во-первых, мы не успеем войти туда, но и так достаточно впечатляет уже. Успеем и не вписнемся. Пойдем, пойдем. Подожди, укрупни максимально. Не основной. Укрупни. Подожди, ты стой спокойно, что? Не толкайте, иди отсюда. Крупно больше нет, да? Вот так надо с этим Снял? Подходить. На фотографию. Для тебя пробую.
видишь. Пожалуйста, не угадайте немножко колонку.